Пушистого всем дня. Это Тая и небольшая новость о Grounded. На официальном сайте игры появились новые подробности о предстоящем обновлении, которое получает порядковый номер 1.1. В тексте написано, что разработчики решили сосредоточиться на улучшении качества жизни в игре, расширении возможностей строительства и добавлении самых ожидаемых функций. Давайте вместе узнаем, что же именно нас ждет. Будет добавлено 10 дополнительных ячеек инвентаря, которые разблокируются автоматически. Не надо будет выполнять никаких квестов или покупать их с крупицы знаний, нужно будет просто зайти в игру. Всего их станет 40. Это очень хорошее изменение, наконец-то можно будет переносить больше предметов. Также у нас появится возможность сделать несколько панелей быстрого доступа. На каждой из них мы сможем собрать удобные нам инструменты или оружие и быстро переключаться между ними. Эти новинки мы уже видели в тизере, который разработчики показывали во время благотворительного стрима в поддержку детского госпиталя. Теперь нам показали кресла во всей красе, а не только их спинки. Выглядит симпатично. И, видимо, помимо чешуи карпа, косточек и водорослей, в изготовлении понадобится ягодная кожица. Кресла окружают новые декоративные предметы. Поскорее бы увидеть все это в игре. А теперь перейдем к тому, что не упоминалось ранее. Наконец-то мы сможем строить, используя ресурсы прямо из сундуков. Нам больше не придется собирать все необходимые материалы в инвентаре. Их можно будет использовать сразу из хранилищ. Это здорово сэкономит время. Также у нас появится возможность подниматься вверх по зиплайну. Еще больше подробностей о предстоящем обновлении расскажет продюсер игры Адам Бренеке на стриме, который состоится через несколько часов. Он присутствует на трансляциях перед масштабными изменениями, так что, похоже, нас ждет что-то интересное. Такие новости. Это была Тая. Лайк, подписка и звон в колоколец всегда остаются на ваше усмотрение. Всем пока!